Самый массовый в Беларуси, один из лучших в СНГ. 12-й музыкальный фестиваль «Рок за бобров» пройдет 3 августа на аэродроме «Боровая». Билеты уже в продаже. Их можно купить по самой низкой цене – 20 рублей. В этом году продолжительность феста увеличится до 12 часов. Зрителей порадуют 12 коллективов – звезды рок- и хип-хоп сцены. Ведущим опен-эйра станет Юрий Дудь, а хедлайнерами – Баста, Литл Биг, 2517, Мумитроль, Ляпис 98. В 2018 году фестиваль развернулся на 150 тысячах квадратных метров, а в 2019 площадь мероприятия еще будет увеличена. На фудкорте планируется поставить более 120 точек питания. Впервые фестиваль «Рок за бобров», напомню, прошел в 2005 году в Бобруйске. Тогда хедлайнером стала группа «Би-2».